Красота. Утро начинается. Привет, друзья. Сегодня на карпика выскочил. Может, чего-нибудь поймаю. Плохо меня видно, отсвечивает. Не вижу, видно меня в камере или нет. Ну, это фигня. Сейчас начнем первый закорм делать. Немножко подкормим. Много не будем упираться. Первую точечку будем ловить вдоль камышка. Ну, что-то поймаем. Хорошо будет. Хотел в другое место. А там все места заняты. Надеюсь, камеру при забросе не зацеплю. Недалеко, 60 оборотов. Так что должно быть все отлично. Идет скелетный ветер. Ну, думаю, справимся. Вкусняшку приготовил из того, что было. Ничего не покупал, все из старого. Старый закон. Одно удилище буду ставить, цветочки где кормлю. Метров 10 от камыша, вторую максимально близко к камышу. Цеплю от корней. И там буду пробовать. А вдруг? Творится, а вдруг? Хотел немного, а получилось как всегда. Десяток ракет положено. Было 4 поклевки, 2 реализовал. Карпика поймал и амурчика. Рыба на точке есть. Какое-то движение есть, будем ловить. Поклевка. Мимо. А нет, есть. Главное, чтобы не зашел в камыши. В нескольких метрах от камыша корни в воде, рыба туда заходит и уходит. Сход. Thank you.
амур, походу. Зайдет в камыши, бесходный камышок, и тогда все будет. Уперся в корни камыша. Потом вроде выходит, что вот так. Надо крючок менять. Куча пустых поклевок. Два схода. Сейчас попробуем на эту точку поставить другую насадку. Работала конопля со сливой. Сейчас посмотрим, что другое. Там рыба есть. Вот. Видя, что рыба плохо реагирует на флет, но при этом есть на точке, по кювертипу видно, одно удилище переделал на классический фидер. Поставил пластиковую кормушку 28 грамм. Крылья помогают кормушке быстрее выходить над корнями камыша. Поводок 0,16 длиной 30 сантиметров и 12 крючок. Насадка будет большая. Посмотрим, что получится. На пару шесть кукурузку.
сидящий карп уже забитый. Если карп живут, есть рыба на почке. Сидящий карп уже полный. Главное, в камыши не пустить. Корни, корни аккуратненько, давай. Небольшой карлик. Вот такой. Так, шухай крошка, до 80 грамм справляется. Если появился с утра, тут на колбасе. Вы один, да? Да. Стой, подожди, не торопись. Где там лежит? Знаю, кондиция у вас уже. Хорошо. 3 года у вас. Вы же, наверное, даже мне помогали, когда доставать, да, фотографировать. Я знаю. Живет в нем. Замужу. Нет, это чтоб жила в нем долго. Смотри, там гвоздь, блядь, ты гвоздь цепляешься, да, так. Надо было. Очень. Херу, да, вот.
если видно, вдруг и видно. Тут сюда не надо, туда не надо. Заново закормил точку, и вот ожила, надеюсь. Сильная рыба. Thank you.
небольшой карпуша. Я сказал бы, скажешь, даже маленький. У кого-то клюет.